Ребят, всем доброе утро. Мы снимаем сегодня влог. Мы сейчас собираемся, уезжаем. Диана, ты собираешься? О, тебе еще так долго собираться. Я почти собралась. Ничего себе, почти собралась. В общем, ребят, Диана у нас собирается дольше всего. Даночка, ты проснулась? Где ты там? Да. А что ты там делаешь в шкафу? Я выбираю всякие вещи, чтобы одеть. Ребят, Дана вот думает, пойти в этом комбезе или в каком-то платье. Давай померим комбинезон. У нас, кстати, он еще... С биркой мы его еще ни разу не надевали. Я вот его погладила, он очень прикольный. Но мы думаем, что он вдруг Дане будет большой. Так, Дана, переодевайся, и мы посмотрим, в общем. Ребятки, надели мы комбинезон, Дана какая-то в нем смешная. Еще и бретели падают, смотрите. Я думаю, что мы сейчас едем в магазин, и Дане будет неудобно, она будет его постоянно терять. А, стой. В общем, да, ну, по-моему, на тебя большой. Давай, наверное, надевать платье. Доставай платье, будем переодеваться. Сейчас Дана, ребята, оденет платье. Посмотрим, какие будут в платье. Первый вариант, я думаю, вот такое взять. Ну, мы не будем все мерить. Мы вот это вот наденем, наверное, и все. Угу. Вот это. Есть еще вот это вот летнее прикольное. Вот где тут оно? Вот это. Оно мне так нравится, что но... Вы ни разу не надевали красивое. Нет, красивое не надо. Оно слишком толстое, в нем будет жарко, там ткань. Короче, вот это вот прикольное и вот это. Я думаю, что Дана будет мерить вот это вот. Надевай, будем мерить и посмотрим, в каком же мы поедем. В общем, ребята, у нас сборы. То есть мы едем просто в магазин, но сборы у нас кардинальные. Каждый хочет нарядиться, каждый хочет быть очень красивой. Диана вообще у нас там мажется, красится час. Вот, а мы едем... Дан, тут есть змейка, вот видишь? Надо было расстегнуть и снять. Вот, мы поедем в магазин, потому что, ребят, у меня собаки сгрызли три пары моих, получается, летних сандалий, которые силиконовые. Мне очень нравятся силиконовые сандалии, у них очень удобно. Вот, сгрызли сандалии, сгрызли шлепанцы, погрызли все, мне просто не в чем ходить. Поэтому сейчас мы едем покупать мне обувь, посмотрим, может, девчонкам купим. Да, она уже прикладывает. Так что, ребятки... Сейчас собираемся и наконец-то уже выдвигаемся, потому что наши сборы это просто что-то с чем-то. Так, ребят, надели мы платье, по-моему, в платье лучше всего. В общем, сборы конкретные. Так, ну что, все, Дана готова, нам только обуться. Кстати, ребят, смотрите, у Даны вот такие вот сережки, и Дана потеряла вот эту вот штучку. Думаю, может, если сейчас в магазине найдем такую же сережку, купим. Вернее, нет, не такую же сережку, а такой же комплект, потому что Дана сейчас у нас... Вот видите, ходит с разными сережечками. Она так плакала, она так страдала. Не помню, как бренд сережек от тех называется. Это серебро, по-моему, то есть. Нет, белое золото. Вот мы с Даной, я ей говорю, что это серебро, а Дана мне говорит, что это белое золото. Ну, ты сама недавно говорила, что это белое золото. Это у тебя другие сережки, белое золото. Есть желтое золото, есть белое, есть красное, круче, оранжевое. Мне вообще, знаете, ребят, на золото все равно. Я не золотоман, и мне вот эти вот все украшения... По барабану. Ладно, все, пойдем ждать Диану. Вот. Все, Дианка уже тоже вышла. Сейчас будем уже отчаливать. Красоточка. Смотрите, ребятки, на коленке Даны. Это лето. Это вот лето. Вы тоже, ребят, так же ходите? Нужно аккуратно не летать. Вся в синяках, вся покоцанная. Маленький человечек. В общем, ребятки, едем мы в магазин. Дана хочет какую-то игрушку. Мы уже Дане очень давно не покупали игрушки, потому что Дана уже как бы большая. Хотя в другом доме есть много игрушек очень разных. Но Дана хочет что-то новенькое. Давно мы не покупали игрушки. А еще мы заедем на старый дом и заберем кое-какие вещи. Вот, у нас там есть вещи для съемок, которые нам нужны. Вот, а потом будем снимать видос. В общем, Дианка, мы тебя ждем. Окей. К тебе можно зайти? Да. Можно. У нас, ребят, с Дианой проблема. Мы купили два одинаковых топа, и вчера в нем гуляла Диана, я купила. Да. Я купила себе и Диане, мне очень понравилось. И вот сегодня Диана хочет тоже в этом идти топе, а я тоже одела этот топ. И, в общем, это дилемма такая... Диана, держись еще один топ. У тебя... Хотя у Дианы, ребят, больше всех вещей, чем у нас у всех вместе взятых. Правда, Диана. У меня много худи там все. Просто Диана, знаете, ребят, как она носит? Вещь. Потом она просто ее забрасывает, она ее больше не носит, покупает новые. Вот, Дианочкины топы. Я не знаю, что. Вот можешь черный надеть, он очень прикольный. Или, ребят, вот есть у Дианы топы, смотрите, какие миленькие. Это... Они, этот маленький. А, он у Дианы маленький. А, потом, есть вот этот топ. Кстати, это топ из Бершки. То есть он стоит вообще копейки, но он очень круто смотрится. Потом мне вот этот вот топ нравится.
Какой у тебя еще есть? Кстати, ребятки, хотите прикол? Я вам просто покажу. Вот этот вот топ. Вот просто, знаете, это речь о том, что не все круто, что стоит дорого. Вот этот вот топ, это как он там у нас называется, я не помню. Он стоит 10 тысяч гривен. Вот скажите, за что? Да, он прикольный, но реально за что? Есть вот такой вот топ. Это я купила такой Диане и себе. Мне они очень понравились, эти топы. Диан, помоги мне его разложить, я не могу. Приложи к себе, я покажу. Ребята, есть вот такой топ, он такой милый, он настолько круто смотрится. Это топ из Zara, и он стоит всего лишь 1000 гривен. Согласитесь, что этот топ намного лучше, чем этот. Короче, как-то так. Ладно, Диан, мы тебя ждем, одевайся быстрее. Диан, пойдем вниз, ждем Дианку. Я надеюсь, что мы там в магазине сможем позавтракать, но у нас, ребятки, короче, усиление карантина, или как это называется, продление карантина. Пойдем, что-то там осталось. То есть нельзя снимать маски в кафе. Интересно, как мы в кафе будем, допустим, кушать или пить? Я не знаю, может, маски дырки скоро проделают, или, знаете, змейки. Короче, скоро будет новый тренд. Я нарушила правила карантина. Что-что? Что-что? Диана нарушила правила карантина. Смотрите, ребята, нашего Тедди, он был в бассейне, он упал туда. Ладно, пойдем собираться. Ну что, ребят, мы уже давно вышли, уже минут 15 тут стоим, ждем Диану. И так всегда, ребят. Хотя Диана попросила, чтобы в 10 часов мы выехали, уже без 20:11. Дан, что такое? Ничего, тебе неудобно в этих туфельках? Да, она еще заспанная. Влог, разбудили влог снимать, ехать надо. Но на самом деле нам реально надо в магазин, потому что нужно кое-что купить. Мамина златовласка. Красоточка. Что у тебя там в телефоне есть, доносик? Что-то есть интересное? Да. Что? Много чего. Всякие ютубы, игры. Много чего. Смотрите, ребят, сколько у Даны игр. Это же вообще... Это просто какой-то у нас игроман телефонный, я не знаю. Очень много. Какая сейчас твоя самая любимая игра? Вот это. Какая? Майнкрафт. Майнкрафт? Прикольно, надо же. Ладно, ребят, в общем, пошли мы в машину, на улице солнцепек. Я не знаю, Диану просто дождаться очень, очень сложно. Ей звонишь, она даже трубку не берет, потому что она собирается. Давай помогу. Девушка. Ребят, дождались мы Диану наконец-то. Ура! Дианочка, мы тебя дождались. Класс, ты одела черный топ. Тебе так в нем миленько. Мне очень нравится. Какой это трындец? Я где-то испачкала свой белый топ. Какой? Который с мандарина топ. А, ну ладно, ничего страшного. Иди. Здесь. Так, ребят, мы тут собираемся себе персонального тренера искать. Мы, в общем, решили спортом заниматься. Мы с Дианой разжирели две тупо коровы. Просто кровищи. Залазь, Диан. Я, конечно, очень добрая мама. Так говорю на свою дочку. Но вы знаете, ребят, лучше правда, чем я буду говорить своей: дочка, ты идеальная. Но на самом деле дочка заплывет жиром и будет весить 100 кг. Я не буду весить 100 кг. Нет, нет, ты красавица. Но нужно себе привести в форму. В общем, ребят, я такая мама, которая считает, что должна говорить правду своему ребенку, а не идеализировать своего дитя. И ребенок оденет себе корону и будет думать, что он лучше всех. А на самом деле это будет не так. Поэтому закрываем двери, погнали, наконец-то погнали. Ребят, мы уже в центре Киева, ура, мы добрались очень быстро, потому что нету пробок, сегодня воскресенье. Вообще здорово ехать, когда нету пробок, это... Реально классно. Ты едешь, то есть, до того места, которое тебе надо, минут 20-25, а в пробку ты едешь час-полтора. Вот. Нас пометила птичка, это птинга. Прям вот, ребят, ты едешь, такое бабах на лобовое стекло. Что ты хочешь сказать, Дианка? Это какая птичка пометила? Это какой-то орел пометил, Диана. Это очень серьезная птичка. Это мы сейчас отмыли этими, скажите мне, дворниками, потому что...
В общем, ребят, честно, меня бесит снимать в машине влог, потому что это постоянное торможение на светофорах. И я тут летаю, но у меня ремень просто, я на нем скоро повисну, на этом ремне, окончательно. Пожалуйста, водитель, везите нас аккуратно. Даночка, ты где? Водитель злой. Ребят, на самом деле снимать влог вот так вот меня просто раздражает. Диана, у нас сонная, да, она сонная. Ну, ребята хотят влог, поэтому... Я чувствую себя нормально. Так, ребят, а сейчас еще прикол. Мы сейчас будем заезжать на парковку. Вы знаете, у нас машина очень высокая. А в какой мы заезжали? На какую мы парковку заезжали? Арене. А, в арену мы заезжали, в общем, ребят. И страшно, ты можешь тирануться, короче, крышей. Намеряют температурку. Да, да. Ну что, Диана, тебе ок? Да, она там тоже меряет. Масочки у вас есть? Да, есть. Все, ребят. Там я температуру мерить каждому торговому центру. Может, придет его, может, придет мне маску. Я просто смотрю. А, начали. Так, ребят. А, я очень боюсь, чтобы у нас крыша не осталась где-то на потолке. Мы тут точно проходим? Ребят, короче, в арене мы, там настолько низкие крыши, что мы реально не остались без крыши, чуть представляете? Остались. Я очень считаю, что на такие парковки нужно на другой машине ехать. Да, и... Да. Так есть же еще машины больше, чем у нас. Я не понимаю, сколько наша машина в высоту? Вот это 4 метра? 2 метра, ребят, 2 метра, вы представляете? А, я не знаю. А, вот. Нет, вообще нет. Здесь сейчас мы... Короче, тут не так легко заехать, представляете, ребят? Все, мы приехали. Выходи, Даночка. Нам сказали, нас спросили, есть ли у вас маски. Мы сказали, есть. Вот эти вот у нас тряпочки. Масочки. Масочки, да. Вот. У Дианочки нету маски, кстати, я не знаю. Где это там? У Дианы нет маски, но мы надеемся, что сейчас продается тут маска. И мы сейчас купим. Фух, ребят, на самом деле, знаете, что кожа рухает в масках, это просто ужасно. О, мама, ты эти щетки одела? Да, ребят, я делала вот такие щетки. Я думаю, почему мама ниже меня? Я не ниже тебя, я выше тебя. Ладно, ребят, пошли мы в магазин. Ребят, решили все купить по новой масочке. И да, она хочет. У меня 15 гривен. Это маски разных цен или что? Не, они... В общем, прямая 5, 10, 20, 50 гривен. Полная, да? Посмотрим, ребят, какие нам маски вырезали. Этот аппарат. Так, я себе самую. Отдай эту папе. Вот эту старую отдай папе. Ну, смотрим. Белая. Ну, белая, это очень мило. Да. Получим голубая. Ой, она такая толстая. Дан, ты распечатала? Ребят. Что это за бракованная маска? Капец. Вот она, ребятки, жизнь в маске. Да. Это так прикольно. Ты просто меня аж задыхаешься, особенно когда жарко. Мне дали какую-то гигантскую маску, которая мне висит. Здесь снимают какую-то рекламу Цуна, похоже. Смотрите, ребят. Так. Босоножки. Ну, на каблуках у меня обуви очень много. Ну, такое мне не очень нравится. Диана, ну смотри, прикольные шлепки. Ребят, может мне взять вот такое? Вы посмотрите, как будто сверкает. Сейчас посмотрим. Мне нужны шлепанцы. Ну, смотри, какие тоже прикольные. Но это, нет, это все не то, что, ну, мне такое не нравится. Так, выбор здесь, короче, небольшой. Да, ничего такого прикольного не вижу. Шлепанцы тут очень странные. Ужасно. Ребят, Диана маска на все лицо, она очень сильно психует. Ребят, если такие, то еще лав маскина, но это тоже, ну, это такое, по дому ходить, по двору. Короче, мне ничего не нравится. Да, она тебе нравится? Нет, пойдем. Ничего такого нету. Ну, не знаю, мне такое тоже не очень, да.
Мне интересно ходить по магазинам во время вообще этого карантина, потому что... Здесь нет вообще ничего. Вообще ничего нет, лучше все заказывать онлайн, да. Это же онлайн. Просто вот ходишь, смотришь, я не знаю. Тапки мы посмотрели, вернее, ну там, босоножки, ничего хорошего. Ходим, смотрим дальше. Просто уже приехали. Так, походи, сейчас пойдем, Даня, купим игрушку. В общем, все будем заказывать онлайн. Просто реально вообще ничего нет. Кстати, этот топ прикольный. А ну, приложи его. Не сильно облегающий. Яна не любит облегающие топы. Да я не то, чтобы не люблю. Еще такой розовый я видела. Сумочки. Где? Как вам такой топ, ребят? Вам нравится? Да, на какую ты игрушку хотела бы? А я не скажу. Не скажешь? Ребятки, какой же тут скукотень. Вообще, тут нечего делать. Мы сейчас, возможно, поедем в какую-то кафешку. Яна говорит, какой-то китайский привет. Там жуки тараканы продаются. Может, поедем туда? И я попробую каких-то жареных кузнечиков. Реально, просто раз уж выехали, то нужно что-то хоть куда-то поехать. За обувью мы ничего не нашли, мы остановились возле игрушек. Посмотрите, какие они милые. Это кто, кит? Кит-единорог. Вы такое видели? Класс. Мне что нравится. Здесь? Мне тоже нравится. Мишечка такой. Голубенький, классный. А тебе что-то нравится, Дан, из этого? Смотри, ежик маленький. У него еще лапочки есть. Класс. Покажи. Ой. Вот зайка вообще. Какой хороший такой. Крыска. Все милые. Блин, да почему не прикольно? Дам, тебе что-то понравилось? Есть, или ты лол хочешь? Только не лол, я тебя не прошу. Лол, не лол. О, это очень не хорошо, лол, что не лол. А не что? Лол. А что? Не скажу. Не скажешь? Ну, Дана пока держит интригу, она не скажет. Давай побольше зайчик. А, как же я люблю мягкие игрушки. О, а вот какая-то собачка, она тут в чем-то сидит. Класс. Одеялка. Здорово. Сразу фломастер, это карандаши. Вот фломастер, да. Да, здесь очень все прикольное. Сейчас Дана увидит все. Вот есть, вот такие вот есть. А ну стой. А вот есть большой комплект, это карандаши. Да, смотрите, какой личный дневник. На постходом, да. Ваши секреты никто не прочитает. Единорожка. У нас тут подобие есть такими глазами. Это что? Так что там тебя приманило, Дан? Приманило. Что ты хочешь? Столько всего прикольного, мне очень нравится. Сумки классные. Кошелечки. Да, рюкзак очень красивый. Короче, что, Дана нет? Решила взять себе только игрушку. Идем дальше смотреть. Мы будем искать игрушку очень долго. Вон барашка очень классная. Смотри, какой прикольный. Класс. Что, не работает? Работает. Почему музыка не играет? О, ребят, слышите? Пианинка. Очень тихо играет. Все, мы направляемся в магазин игрушек. Мишки, да. Еще какой красивый появился. Это как у нас такой белый. Класс. Такие классные собаки, черные. Просто шесть тухой, глянь. Вау, какой крутой. Класс. Прикольный. Это какой-то рэпер с цифрой. Блэк. Прикольный. Кстати, у него цена довольно-таки недорогая, всего лишь 445 гривен вообще, потому что обычно такие игрушки стоят дорого. А, милый. Ребят, смотрите, какая красивая бижутерия для деток. Разная. Мне вот нравится черная кошечка с сережками-лапками. А, там получится лапка и мордочка. Единорожка. Вот эту. Какую? Черную? Сейчас посмотрим. Смотрите, ребят, какая прелесть. Что здесь еще есть? Вот еще есть. Ну, тут всякие цветочки.
И вот еще внизу есть такие браслетики. Смотри, красивые. Какие браслетики единорожка. Диан, какой тебе больше нравится комплект? Я балерину хочу. Нет, балерина нет. Это лучше кошечка или мишка. Ну зачем тебе балерина? Балерина, там нет такого комплекта. Просто. Вот есть киска прикольная, и вон есть мишка. Я хочу киску, мишка, я хочу черную вот киску и единорожку. Здесь мне не очень. Я хочу черную кошечку и браслет единорожку. Нет, мне надо брать комплект. В общем, ребят, все, вот кипиш такой пошел. Вот еще какая-то девочка есть. Мне тоже понравился очень сильно мишка, и сережки там прикольные мишки. Мы сейчас попросим, чтобы нам показали, и мы... Если что, купим, если понравится. Идем смотреть игрушку. Ребята, смотрите, какая прикольная птица. Свинявчики. Тут все заполнили одну. Welcome, baby. Обезьянки висят. Мне нравятся мягкие игрушки. Ребят, если вам нравятся тоже мягкие игрушки, как мне, ставьте лайк. Я их просто обожаю. Смотрите, как настоящая. Ты, это кто? Это обезьянка? Да. Вау, на Дианку похоже. На тебя похоже, смотри. Она не такая красивая. Диана, а вот этот тебе никого не напоминает? Крыс. Кого же он напоминает? Мы, ребят, не скажем, кого. Секрет. Нам кого-то он напоминает. Ой, это... знаешь, два барашка. Черный и белый. Они вместе... Они... Боже мой, они неразлучные. Так, нашли какой-то вот такой чемодан с какой-то вот такой куклой, и Диана будет покупать. Да, а вот это... Уже не хочешь? Оставляй здесь тогда. Берем такую куколку, посмотрим, что там за куколка такая интересная. О, снова мягкие игрушки. Как их много. Я хочу спуститься вниз и купить себе для лица кое-что. Ну, я не знаю, есть здесь это или нет. Я надеюсь, что есть. Ух ты! Это помнишь, мы такую игру снимали? Ой, да. Это тоже такая же самая игра или что это? Да, такая же самая. Смотрите, маленькие милые штучки. Что с ними? Я что-то с ними сделала. Им что, теперь плохо? Все. Ребят, посмотрите, какая кудряшка. Кудряшечка. Смотрите, их здесь много. Какой тебе больше нравится? Не знаю, они прикольные все. Посмотрите на эту прелесть. Что вот такое есть? Ой, тут еще есть какая-то слонь. Джинсовый. Да. Милашки. Очень прикольные. Вот такая. Класс. Что, Диан? Что это? Палочки. Ух ты, смотрите, ребятки, палочки. И нам тоже возьми, потому что мы голодные. Там есть клубника, манго. Мне сорио. Я взяла себе. Смотрите, есть такие палочки, они получаются сорио. Наверное, очень вкусные. Я возьму себе сорио. Мне тоже сорио. Нет, возьми мне какие-то другие с клубникой. А мы сейчас, ребятки, ждем, когда к нам подойдут, и мы хотим, да, не взять комплект кошечка и сережки. Вместо для вот таких вот купим тот комплектик. Ребят, смотрите, мы тут смотрим Дане сумку. Она прикольная, да. Подожди, я посмотрю, как она будет. Просто опусти. А еще какая? А ну, зайка, попробуй вот эту. Как я буду сюда? Давай это сюда. Давай это сюда, это держи. А ну. Диана, тебе какая больше нравится сумка? Это такая более прикольная, яркая. Такая легкая. Это тяжелая очень. Нет, вот это вот лучше. Она тяжелая, она да. Черная, не для лета. Да. Так, ребят, взяли Дане очень крутые очки с камушками. Да, вот такие вот. Вот такие же мы будем брать. Да, вот такие. Они, Дане, очень круто, они очень идут. А у меня наподобие дома есть. Очень классные, вот в таком чехле они. И еще взяли Дане личный дневник с кодом. Теперь Дана свои секреты будет записывать, и никто их не узнает, да? Да, пойдем рассчитаемся. Никто не знает мой код, я знаю. Хорошо, пойдем заплатим. Все, ребят, выезжаем мы с Сума. Мы едем сейчас где-то покушаем. А, Диан, как называется, куда мы едем? Арена Сити. Вот, мы едем в Арена Сити, в общем, ребят, кушать. А, купили, в общем, Дане кучу всего интересного. Мы вам дома покажем. Данусик, дома покажем? Все. Сейчас едем кушаем, потом поедем домой и покажем, что мы купили. На самом деле, ребят, вы просите влоги, но я не знаю. Все закрыто. Куда ты пошла, Дан? Да, веселье. Да, у нас в Украине снова все хотят закрывать. Это очень обидно. То есть, я не знаю, как мы здесь будем жить. Придется, наверное, страну менять. Вот, снова хотят все закрывать, что ничего не будет работать. Ну, короче, бред сочиняют.
Вот, что вот так. Посмотрим, что будем делать. Короче, мы сейчас спускаемся на самый первый этаж. Я хочу там себе посмотреть такую штуку. Она, короче, состоит из воды и из тоналки. Короче, я не знаю, из чего она там состоит, но на 60, по-моему, процентов из воды. Для чего? Для лица? Это вместо тоналки и не забивает, типа, поры. Ну, короче, подходит для лета. Я хочу себе найти. Я потому что себе заказывала, но, типа, она почему-то не пришла. Хорошо, идем быстрее, потому что время уже поджимает. Да, идем. В общем, ребят, с дома лучше вообще не выезжать. Делать нечего. Ну, на самом-то деле, если не ходить по таким магазинам, то как бы можно пойти и потусить где-то, но просто вот в таких магазинах то даже купить нечего. Да, ребят, все, что висело год назад, до сих пор висит, может что-то добавляют. Кстати, ребят, посмотрите, какие платья. Интересно, куда их носить? Это просто никуда. Я не знаю. Это круто для наших съемок. Не, ну если бы они стоили там по 1000 гривен, можно было купить. А какая их не цена? Сейчас скажу. 5,5 штук. Если всем купить, то... Короче, для одного видео это слишком дорого. Так, сейчас Диана хочет себе что-то там прикупить. Непонятно, что-то тоналка с водой перемешанная. В общем, не знаю, что... А, это Шанель бренд. Самый темный медиум плюс. Самый темный? Да. А тебе нужен темный или светлый? Ну, вообще светлый. А можете показать? Ну, его нету в тестере. Я вам так открою, чтобы... Все, ребят, мы вышли с ума. Сейчас едем где-то покушаем. Диана себе не купила эту Шанель для лица. Ребят, в общем, Диана какую-то... Объясни, что такое? Оно не забивает поры? Это типа BB-крем? Нет, это не BB-крем. Оно идет на воде. Поэтому оно в гранулах. Ты, типа наливаешь, оно там идет в гранулах, потом ты это растаптываешь. Оно типа тает на лице. Да. Ну я не знаю. Покажи, есть ее в телефоне? Да. В общем, ребят, я тоже хочу такую попробовать вещь. Но там не было моего оттенка, то есть там был только самый темный. В общем, ребят, вот такая вот штуковина. Диана говорит, что она очень классная. Хочешь попробовать? Мне посоветовали, да? Я думаю, должна быть нормальной. Все, ребят, мы будем, в общем, ехать. Блин, на парковке можно просто задохнуться. Ребят, знаете, вот ты приходишь в более проще магазин, и там все намного проще. Здесь ЦУМ, здесь как бы нормальный магазин, и поэтому здесь все очень строго по поводу вот этих масок, антисептиков. Фух, в общем, больше я сюда не приеду, пока время карантина, я здесь не буду. Ребят, мы тут пришли, сидим, заказали себе бульон. Я заказала суп том-ям, очень интересно попробовать, какой он тут. Дана заказала куриный бульон. У Даны тут всегда картошка, бургер, это Данина любимая еда. И заказали себе безалкогольный, конечно, суп мохито. Ах, ну том-ямчик я просто обожаю. Самый мой любимый суп. Так, ну что, ребятки, мы едем домой. Да, мы покушали в Арена Сити, маме не очень понравилось. Мама, почему? Потому что... Не, в Арена Сити мне понравилось. И мы туда поедем гулять. Еда. Мне не понравилась еда. Но там же не только одно заведение, там разное. Но, ребят, серьезно, принесли там ям, и 3 шампиньона плавало, и все. И он вообще не том-ям. Это какой-то борщ, не да борщ, том-ям, не том-ям. Простите, нет, пожалуйста, но он реально невкусный был. Принесли бульон как Мадана. Я не поняла, как он. Просто, ну, я хочу сказать, что, то есть, есть заведение, где мы вот кушали раньше, да. Как называется заведение, где мы ели мясо? Мясотория какая-то? Мясотория. Мясотория. Ребят, там очень вкусно, реально. Там и вкусные супы, и вкусные гамбургеры. Здесь мне не понравилось, потому что вот мы поели на 2500 гривен, но удовольствия мы от еды не получили, потому что, ну, мне не понравилось. Даночка, а ты где? Тебе понравилось? Бургер был не очень, шоколадный фондан был вкусный, я вот скажу, что фондан мне понравился, он был, во-первых, огромного размера, просто его весь съесть невозможно, вот, он был очень вкусный. А сейчас, ребятки, салаты там вкусные. Да, салат, кстати, тоже ничего, мне не понравились супы. Ну, видимо, они не умеют их готовить, потому что там я не все умею. В общем, ребята, вообще у нас Диана тусовщица, она у нас любит тусить, короче, в Арена Сити. Там ночью работает клуб, правильно я говорю? Ну, типа не клуб, типа как, я не знаю, ресторан-бар.
терраса, и там типа музыка, там всякие коктейли, ну такое. Да, ребята, Диана там типа тусуется, поэтому если вы хотите типа увидеть Диану, приезжайте туда и видите тусующуюся леди Диану. Правда, она всегда с охраной, ребят. Диана ходит тусоваться с движением пацанов, короче, которые ее охраняют. Это ее друзья, которые по 2 метра ростом, представляете? Поэтому, ребятки, ну, Дианка вас любит, она с вами сфоткается обязательно. Да. А мы сейчас едем, ребят, домой, распакуем все, покажем, что мы купили. Я буду ходить босая это лето, потому что обуви нормальной нет, либо закажу онлайн. Я вам покажу свои очки. Ты очки все купила? Давно еще. Помнишь, а, ты не показывала. Ну, да. Просто, короче, я покажу очки. Я хотела сегодня их взять, но я забыла. Ребята, я не знаю, я знаю, что Диана не хочет поговорить, но я вам скажу, чтобы такую вот интригу создать. У Дианы новые отношения. И я скоро буду знакомиться с этим парнем. Я сказала, что пусть Диана его тащит домой к нам. Потому что я запрещу им общаться, если я с ним не познакомлюсь. Поэтому, ребят, скоро будет. Много у меня мама. Поэтому скоро, ребят, будет у нас серьезное знакомство с Дианиным молодым человеком. Понимаете, 3 месяца прошло после отношений. После отношений прошлых, ты имеешь в виду? И вот у Дианы новые отношения. Так, ребят, мы едем домой, и мы с Дианой договорились, что сейчас я себе заказываю клубные вещи, и мы с Дианой идем в клуб. Диана идет со своим молодым человеком, еду со своим молодым человеком. Молодым? С мужем, со своим мужем, не молодым человеком. А с кем я останусь? А ты останешься с кем-то? Дана будет с бабушкой. И с дедушкой. В общем, ребят, хотите тусу Дианиной, леди Дианы семьи. Вот, мы там затусим, короче, конкретно. Все, сейчас мы едем домой, наконец-то. И, ребят, мы живем за городом, и, честно, мне вот эта вот вся движуха, я устаю от нее очень быстро, я не знаю почему. Диана, ты как? Диана сказала, что она любит ходить гулять только вечером. Мне днем я не могу. Я днем себя как-то ужасно чувствую. Во-первых, очень жарко. У меня постоянно вот здесь вот грязные волосы из-за того, что типа, короче, тоналка. Тоналка они типа не грязные, они просто пачкаются от косметики. Да, ну короче, жирнятся сильно. Вот. Не знаю, вечером прикольнее гулять. Просто ты сова, Диан, как и я, это в меня. Ребят, я тоже раньше, когда была подростком, я никогда не гуляла днем. Я гуляла только вечером, когда открывались кафешки. Днем мне нравится спать, иногда может там загорать. Я, кстати, вот позагорала, мама купила какую-то там штуку от Клоранс с морковью. Я, кстати, намазалась. Нет, Клоранс. От Клоранс? Или Калистар. Калистар. Да. Калистаром. Я намазалась этим воском, и я реально загорела. Чуть-чуть буквально, но я загорела. Да, ребят, сегодня из-за влога мы не позагорали. Ну ладно, я надеюсь, мы позагораем завтра. Вот. И едем домой сейчас. Сейчас у нас, ребят, будут съемки. Вот. Нового крутого видео на канал Леди Диана на основной. Поэтому ждите, наши хорошие. Все, погнали мы домой. Даночка, мы гоним домой? Да. Едет там. Мамина малышка. Ребят, куда мы приехали? Мы приехали на старый дом! Как же мы соскучились, Дана, вылазь, там твои игрушки! Ты скучала же очень сильно. Ребят, как мы любим этот дом, если бы вы только знали. Дианочка выйдет замуж, переселится в этот дом, и мы будем ездить к ней в гости. Я буду жить еще до замужества. До замужества? Я тут жить буду одна, без мужа. Ребяточки, как я люблю. Идемте посмотрим, что у нас с бассейном. Ой, правда, кстати. Вот это так пахнет. Так, отсюда шашлыки жарят, так пахнет вкусно. Так, наша травка, как я обожаю этот дом. О, смотри, какая наша лаванда красивая. Да, его надо почистить, нас тут нету. Ребят, смотрите, прямо озеро, просто озеро, вода теплая. Оно тупо позеленело. Надо почистить. Фе, маленький. Кто маленький? Дворик. Смотри, кстати, у нас этот забор уже коричневый. Наш забор выгорает. Как лавандочка. Ребят, я сейчас скоро сюда приеду, я тут наведу марафет. У нас тут и так все норм, без тебя. Правда. Марафет она наведет. Садовничек ходит, все. Здесь здорово, класс. Сейчас пойдем, ребят, внутрь.
Ничего, она не маленькая, нормально. Здесь очень круто, я скучаю. Я очень скучаю. Так, ребят, сейчас идем в дом. Дан, что такое, ты боишься травы или что? Нет. Так проходи. Дана уже идет вся там перепуганная. У нас Дана боится каждого жука. Ну смотри, вот, Дан, что с тобой? Так иди по асфальту. Все, ребятки, идем внутрь нашего дома. О, так жарко нам будет. Да. Лечь позагорать. Заходи. Мы проснулись сегодня в 9 утра. Ну а смысл? О, тут так темно, открывай ролеты. Наоборот, тут так светло. Тут у нас тряпочка, чтобы вытирать ножки. О, эй, как же тут прохладно. Бум. Белое. Да, наш белый дом. Как же мы его любим. Белая снежка. Надо открыть радио. Ребят, знаете, мы здесь, в общем, не живем, а здесь прям такой запах уже нежилой. Как будто просто здесь, ну, в вообще, как в больнице пахнет, да. Все, мы пооткрывали ролеты. Посмотрите, как классно. Не знаю, обожаю этот дом больше, чем тот, в котором мы живем. Мне здесь очень нравится. Полностью наши цветочки, орхидейки мы здесь поставляли, чтобы дом не был полностью нежилой, чтобы что-то тут живое было. Поэтому здесь у нас орхидеи остались. Так, что, Диан, мы приехали, нам нужно кое-какие вещи взять. Кстати, ребят, мы что-то мебель перевезли с Даниной комнаты сюда. Он, знаете, пол, стол. Сейчас Диана зайдет в свою комнату, будет в шоке. Там в моей комнате куча этого барахла. Там не барахло, там мебель. А, понятно. Открывай ролеты. Ролет открой. Жесть. Да, ребят, мы сюда... Ну ничего, мы же будем делать другой гостевой дом, и мы все это туда потом поставим. Да, не надо залазить. Ребят, все здесь заставлено у Дианы в комнате. Диана уже психует, это очень странно. Но на самом деле, что потом все уберется отсюда, чтобы психовать. Матрас. Сейчас мы заберем с гардеробной Дианы кое-какие вещи для съемок. Как же туда попасть? Как же туда попасть? Надо... Эх. Пытаемся пролезть. О, гардеробчик Дианки. Здесь Дианины вещи, которые она уже давным-давно не носит. Тут целый, короче, склад. Мне нужно сейчас кое-что взять тут для съемок. Есть вещи, которые нам нужны для съемок. Такая ностальгия, Дан, твоя комната. Сейчас посмотрим, что у нас тут в шкафах есть. Может, что-то забрать, забрать можно. Кого ты хочешь забрать? Я хочу забрать этот сапог. А куда мы его будем вешать? Он на Новый год будет не нужен. Так на Новый год потом и заберем. Потом. Дан, смотри, там есть твои рюкзаки. В общем, ребят. О, шорты твои, Дан. О, шортики. Привет. Можешь вот эти забрать, если они тебе не будут маленькие. Вот эти? Посмотри, что за шорты. Да, вот эти вот. Это же будут маленькие малышки. Ах, ребятки, наш домик. Я хочу вот этот рюкзак забрать. Забирает Дана рюкзак с собакой. Что еще будешь забирать? Ну, даже... Данины игрушечки здесь ждут. Верно, Дану. Ну, много чего, но я не знаю, что буду именно забирать. Ребят, мы так скучаем, правда. Вот вы знаете, я не знаю, этот дом, который ты вот настолько сильно любишь, что даже вот переселившись в большой дом, да, он тоже там удобный, все. А этот дом нам нравится все равно больше, представляете? Так, только а просто он нам для съемок не совсем подходит. Что там у Даны? Тут у тебя какие-то резинки, кстати, можешь... Какие-то заколочки, резиночки. Вот такая есть. Тут Данины заколки, резинки. Бантики, если хочешь, можешь забрать. Я возьму вот эти два. Так, бери со шкатулкой вместе. Нет, я забрала вот это. Так, все, ребят, собрали мы вещи для съемок. Кстати, Дан, давай смерим твой рост. Сколько ты сейчас уже, ну, какой у тебя же рост? Я ковер пододвину и вставай. Стой, стой, стой. Стой, сейчас Диана ковер уберет. Давай, убирайся с ковра. Ровно встаешь. То, как и была. Сколько? Подожди, а это что? Это 130 уже. Как это 130, если я на такой... Во-первых, Дана, стала неровно. Стань ровно. Мам. А, да, на 125 сантиметров, а была 122. Меня хочу, меня, давайте. Давай. Фу, ребят, сколько там Диана говорила, у нее рост 1,60 м. Угу. Дианочка, 1,56 м. Нет. Да. Вот 1,60 м. А ну так вот... был, вот Диана. Да ты так и есть. Это неправильная мерка, я же мерилась, я 1,60 м. Я 1,59 м и 5. 1,60 м. Ну все, вот. Мама, отстань ты. 1,60 м, не надо, это какая-то фигня. Нет, да, это детская какая-то мерка. Я мерилась лентой. Ты что врёшь? В общем, ребят, Диана думала, что она уже просто модель. Мама, но... я выше тебя. Ну и что? А какой у тебя рост? 1,50 м, что ли?
Ребят, мы вернемся чуть позже. В общем, ребят, мы перемерились, и Диана сказала, что она все-таки 160. А мама 159. Так. Просто, ребят, я вам объясню, Диана хочет быть выше меня хотя бы на пол сантиметра. Я и так выше. Я и так выше. Всем привет. В общем, ребят, сейчас будем отправляться в другой дом, потому что нам нужно готовиться к съемкам. Даночка, забирай свои вещички. О май гад, тут голова ребенка моего. Какого? Этого. Как его, Макс зовут? Кто нарисовал им? Кто это? Это наклейка, фух. Нужно найти туловище сделать. Ребят, это у нас кукла, голова высовывается. Это мой реборн первый. Ладно, все закрываем. Подождите, я голову. И отправляемся готовиться к съемкам. Дан, ты собрала свои вещи? А ты не берешь свою шкатулку? Да, она собирается. Здесь даже мой этот есть. Кто? Может забрать мне какую-то игрушку? Диан, не надо. Пускай все будет здесь, потому что, ну, мы отсюда, если все заберем в тот дом, то мы потом тоже будем в шоке. Нам нужно будет еще больше дом, потому что нам некуда будет девать весь этот хлам, короче. Так, мне нужно это, закрыть. Да, она собирается. В общем, ребят, пойдемте сходим на второй этаж, вспомним наш дом. Сейчас пойдем. Ребят, да. Честно, мне после того дома, где мы сейчас живем, этот кажется такой маленький, как игрушечный. Хотя здесь 220 квадратных метров, он не такой уж маленький, я вам хочу сказать. И мы тут снимали очень много видео. Класс! Как же тут здорово. Вау, просто вау. Хочу массаж сделать. Но сейчас мы массаж не будем делать, нету переноски. А здесь когда-то стоял комп для монтажа видео. Вау, как же здесь здорово. Класс. Эх, наши баранчики, семейка баранчиков, зайчик. Так, ладно, ребятки, будем выдвигаться, потому что нам еще снимать видео. Лестница, кажется, просто микроскопическая. Как мы здесь раньше снимали по 10 человек в этом доме, я даже не знаю. Все, дом, пока. Мы будем к тебе наведываться. Кстати, нужно бассейн обязательно почистить. Ага, все, ребята, мы будем ехать. Ребятушки, мы дома. Диан, ты где? Сейчас идем распаковывать все. Ребят, на улице просто погода трешовая. Скажи, Диана, мы ехали, мы в шоке. Открывайте. Мы вам сейчас покажем, что мы купили. Я думаю, начать с канцелярии. Ну давай, показывай. Нам мне же самой интересно. Я не знаю, ну попробуй включить. Я купила это личный блокнот на коте. Так лучше без света. Как он там пароль у меня? Стой. Ребят, смотрите, какой Дана купила себе личный. 4.0. У Дана здесь пароль, код 4.0. Нажимай. 2, 3, 4. Это просто бомба, смотрите. Ну все, теперь Дана будет про своих парней писать секреты, и я не буду знать, что она пишет. Диана, может, тебе надо было такой блокнот купить? Не надо. Тебе не надо? Это было из девочки коричневого. Я в телефоне все записываю. Слушайте, какая музыка. Смотрите, какой классный, реально. Так, а здорово. Я вторую купила красивые цветные карандаши. Да, ребятки, купили карандаши. Ну вот реально они классные. Они... не ломаются быстро, но хорошие. Еще фломастеры. Фломастеры, да, она купила. И стирачки. Покажи, какие стирачки. Миленькие. Ребят, смотрите, какие. Тут, конечно, освещение просто кошмар. Я сейчас включу свет. Нет, свет не надо, но свет не поможет. Надо просто убрать шторы как-то. Потому что тут просто темно из-за погоды, да, плохой. Погода плохая. Так, что там еще у нас есть? Мы купили мне очки. Ребят, мы купили Дане такие классные очки, но их надо подраспущенные. Смотрите, в каком чехле. Вот, они вообще... Я сейчас принесу свои. Я на свои сейчас? Да, но распускай волосы, будем смотреть подраспущенные волосы, как они... Распускай. А вот и мои очечи. Смотрите, какие классные. Только я думаю, что они совсем под это платье. Это круто. Под шортики. Да, очки одевает, это просто кошмар. Да. Ты же уже взрослая, типа, девчонка. Ну что это? А ну-ка, сестрички.
сестрички. Да. Она говорит, что у Дианы такие же очки, как у нее, что она повторила за ней. Купила. А Диана купила первые. Мы сегодня просто увидели такие же очки. Вот, нет, не такие же, они другие. Но они мне очень понравились, они классные. Они же такие как взрослые выглядят. Но и Дан, не нужно их аж на лоб натягивать. Все, да, вы посмотрите, какая она странная. Она задрала голову и вот так вот ходит. Да ну, свободно ходи. В общем, крутые девчонки. Так, это все, что ли, все покупки? Ребят, нет, смотрите, какой все. Чехол классный. Вообще, складывай. Все, теперь у Даны свои собственные очки. Потому что это те все уже были маленькие. Я купила себе новые игрушки. О, давайте распакуем. О, кстати, да, я хочу посмотреть, что здесь. Давайте распакуем. Эти игрушки, они уже, они очень популярные. Очень популярные, да. Ребят. Мы поехали, то есть, чтобы купить не обувь, да, не игрушку. А вообще купили все Дане. Я не знаю, мне вообще нравится покупать Дане. Оно все такое милое, классное. Открывай пакет. Комплект. Это какая-то новинка? Чтобы можно... Радиатор, вот, открывай. Нет, Диана, это для... Чтобы... Тут надо какую-то дырочку найти. Сейчас. И потом... Короче, открыли. Здесь трубочка какая-то. Для чего? А ну, давай, пить? Это трубочка, чтобы не пить, а чтобы... Смотрите, здесь конфетти. Но я думаю, его надо... О, нет, только не конфетти. Быстрее высыпай сюда. Вот из-за этого я не люблю такие игрушки, потому что... Высыпайте да, сюда. Высыпай в кровь. Почему мусор от этого всего? Ага, вот такие вот штучки, что это такое? Это конфетти. Сердечки. Микки Маус, и тут сердечки. В общем. Оно еще приклеивается к рукам. Я тоже такое, честно говоря, не очень люблю. Но Дана... Я такое тоже не люблю. Да, ну ты же это купила. Но я же не знала, что там будут конфетти. Короче, у меня началась аллергия, на что это не могу понять. На конфетти, наверное. Ты же побывала в том доме. А, подожди, а что в том доме? В том доме у меня аллергии не было. Если, ребят, у меня тоже какая-то аллергия, знаете. А, точно, это. Я не знаю. Херсония аллергия была. Да. Короче, Дан, я разрываю все. Давай. Достаем. Какая штучка миленькая. Что так, это? Это какая-то сумка. Подождите. Тут еще два пакетика. Открываем. Что это такое там? Вот это внутри просто. Подождите, чтобы... нет. Там это что-то кукла! Есть? Да, наши просто руки трусятся. Это кукла! Наконец-то куколка выпала. Красивая какая. Ух ты. Это кукла. Она, стоп, она, ребята, она мягкая, она тканевая. Она поверни ее, да, она тканевая. Ничего себе. Так, где тут ее? Тебе нравится, Дан? Наверное, это... Так, а это что? Это какой-то кошелек такой? Это кошелек для всяких там можно. А, да, ну, вот его можно вешать на рюкзак, для куда хочешь. Там можно. Сюда можно, сюда можно складывать резинки для волос. Ну, прикольно. О, ребят, очень странная кукла, она вся мягкая. Ребят, короче, здесь еще такая одежда красивая. Вот какая. Такая вот футболочка. С мопсом. Угу. Штаны и курточка. И обувь еще. А что это за бренд? Это типа Лол, который выпускает, или это что-то нет, новое? Нет, это не Лол, это другие плюшевые игрушки. Ну, прикольная. Ну, интересная такая игрушка. Но куколка не очень красивая. Красивая. Тут просто есть вообще красивая. Есть вот такая. Ну, да, с длинными волосами, типа, но... Но она какая-то лысая. Нет, она просто под каре подстригана. И тут не снимается шапка, ребята, она просто пришита, представляете? Да, она пришита. Я не ей снимать. Так, ну понятно, в общем-то. Вот такой вот костюм. Да, она еще кое-что. Что там еще? Вот эту. Да. А, ребятки, вот. Это очень прикольная штучка. Да, иди сюда, мы ее тут на столе выложим. Ребят, смотрите, какая классная. Тут еще помимо того, что мы купили украшения, а тут столько всего идет к этому всему. Добавим какие-то открытки, наклейки и... Ребят, смотрите, какая прелесть, как красиво упакована. А ну, Диан, помоги мне открыть. Открываем. Так, сейчас. Ясно. Короче. Боже, она так просто открывалась, но Диана порвала. Ребят, смотрите, здесь, вы видели, мы вам показывали, кошечка и такие сережки классные. Короче, это кулончик, а это сережка. Да, подвеска и сережки. Вообще. Ну, я не понимаю, зачем Дана взяла это, но там было прикольнее с Мишкой. Тут, нет, короче, мне смотрите. Кошечка тоже нравится. Смотрите, ребята, она реально очень классная. Тут, короче, сказочка есть. На русском языке?
Нет, на украинском. А, ну, на украинском, да, она может на украинском читать. Потом. Смотрите, еще сюда наклеек много идет. Смотрите, куда ты будешь клеить, Дан? Дневник. Дневник, да. И карта. И карта? Это уже все? Это типа на скидку? Чтобы... Ну да, наверное. А, нет, это гарантийный сертификат. А, кстати, я так не могу понять, это серебро или просто серебро, что это? 999-й пробы. Класс, там так мне очень написано. Нравится. Прелесть. Сейчас с Даней поменяем сережки, где-нибудь этот кулончик. У нас у Даны сережек за всю ее жизнь было просто огромное количество, но они все где-то потерялись. Смотрите, еще мы купили Дане расчесочку с юникорном. Да. Ну что, ребят, все, мы наконец-то дома, сейчас будем готовиться к съемкам. На канал основной Леди Диана. Да, на канал Леди Диана. Вот, так что, ребят, мы, в общем, все купили Диане. Нет, Дане. Да. Мы тебе что-то купили, Диан? Мне только тоже ничего. Еду. Мы только еду. Все, ехали за одним, а купили все Дане. Ну, потому что детских вещей там реально много, а взрослых... Так мы вещи не купили, нам вещи мне ну, тоже не понравились. Такое. У нас, ребята, ЦУМ такой в себе. Такси. Ну, пустой. Такое, там очень маленький выбор вещей. А, кстати, в Херсоне что же есть ЦУМ? В Херсоне открылся ЦУМ? Он давно там был. А, так и там есть ЦУМ, но там продается совсем другое. Тот ЦУМ еще был при СССР, при совковом времени. Да, я еще думала, что это за ЦУМ, какой-то там базар, наверное. Базар. Ладно, ребят, подписывайтесь на наш влоговый канал Леди Диана Влог. Ставьте лайкосики. Да. Пишите комментарии, если их можно написать, но, скорее всего, нет, да? Нет. То включают, то отключают YouTube. Мы вообще с этими комментами замучились. Да, мы, ребятки, будем собираться на съемочки нового видео на канал Дидиана. Вот, основной. Всем пока! Да, что с тобой? Всем пока. Она уже сказку читает. Знаете, ребят, в чем проблема? У нас Дана на съемке одна, а в реале Дана другая. В реале Дана более такая, ну, я не знаю, деловая, более такая уверенная. Дан, что с тобой? На съемке она включает какую-то из себя леди. Да. Будь сама собой. Будь сама собой, Данусь. На самом деле, у нас Дана не такая, ребят, как на видео. Да, она очень может громко орать. Я зачем была про это? В общем, ребят, мы с вами максимально честные. Мы не святые. Мы все умеем орать. Конечно. Да, мы не такие, вот как вы думаете, там, няшки-милашки. Мы бываем разные. Мы хоть и леди, но у леди иногда прорезается голосок. Ладно, ребятки, на самом деле, мы вас очень-очень любим. Где тут сердечко мое? Спасибо, что вы смотрите наши влоги. Я знаю, что вам влоги наши очень нравятся. Нам это безумно-безумно приятно. Ребят, и не забывайте, что вы у нас самые-самые лучшие. Лучшие. Да. И лучше вас нет. Всем чмок и до следующего воскресенья. Всем пока.